Выбрать территорию для благоустройства можно будет 18 марта. То есть ивановцы в одном бюллетене поставят галочку напротив фамилии кандидата в президенты, а в другом – напротив территория, которая преобразится в рамках проекта «Комфортная городская среда». Голос можно будет отдать за несколько объектов. Уже известно, что областной центр в рамках программы получит 140 миллионов рублей. Софинансирование из местного бюджета составит порядка 7 миллионов. Мы используем платформу выборов президента для того, чтобы проголосовать на рейтинг голосования по выбору общественной территории. Соответственно, 5 общественных территорий у нас будут вынесены на голосование. Места для голосования они будут в непосредственной близости от избирательных участков. Перечень мест будет определен чуть позже и размещен на официальном сайте интернет и доведен, соответственно, до жителей города Иваново. Итак, напомним, объектов 5. Площадь Ленина, парковая зона у мемориала «Красная Талка», набережная Уводи и два сквера. Их и посетили в четверг сотрудники администрации. В Троицком, а находится он на пересечении проспекта Ленина, улиц Почтовой и Жарова, запланировано обустройство пешеходных дорожек, освещение, лавочки, ну и, конечно, озеленение. Введенский сквер располагается у дома 29 по улице Громобоя. Там также жители хотят видеть пешеходную зону с лавочками, беседкой и цветочной клумбой. Задача специалистов сейчас – изучить возможные риски. Например, многие коммуникации попросту не отображены на картах. Все, что хотят жители выполнить в том виде, в котором они предлагают, не всегда возможно. В соответствии с тем, что у нас имеются коммуникации, которые проходят, либо по критериям, таким как безопасность дорожного движения, и еще каким-то условиям приходится иногда все это дело менять. Поэтому в настоящий момент сейчас проходит работа по рассмотрению уже заявки у нас отобраны, поэтому мы рассматриваем территории, на которых это будет располагаться. В любом случае, это головная боль администрации и подрядчика, который будет работы выполнять. Жителям сейчас важно определиться с той территорией, которую хотелось бы видеть благоустроенной уже в 2018-м. На все 5 средств не хватит, а значит, похорошеет сильнейший. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.